Дом престарелых в Канаде. Воздуха наберите. Добрый день, меня зовут Олег. Специально для вашей программы снимаю это видео. Канада, Квебек, город Лаваль. Дом престарелых. Так живут у нас пенсионеры. Посмотрите. Все условия. Прекрасный ландшафт. Сейчас покажем вам, как они живут в середине. Вот сейчас это видео, как обедают в доме престарелых. Посмотрите, сейчас у них обед. Посмотрите внимательно. Какой банкетный зал. А как у вас живут пенсионеры? У нас, Олег, с сегодняшнего дня YouTube замедляют, чтобы не показывать вот это, как живут пенсионеры у вас.